Yes. Ты разбираю. Придурок. Вскоре колонна втянулась в распахнувшиеся железные ворота фирмы. А там направились в обратную сторону, уже расширяя проложенную дорогу. Кока-кола разливает свою продукцию в тары по пол-литра. На сегодня, пожалуй, достаточно. С вами был Владимир Лебедев. До встречи в пятницу. Программа «Торговые знаки». Ай-яй-яй. Все, что есть.